Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы, в принципе, просто прокачивали наших покемонов. Да, дайте мне там... Вот там у нас покемон-босс. Идем мы туда. Сейчас мы попытаемся его словить. О, какие нафиг словить, убить? Да иди ты сюда. Да, твой... Вот, отлично. Там еще один покемон босс, если успеем, то... Вот так. Что там? Уже места нету. Так. И вот там у нас еще один. Где он? В земле опять. Ладно, копаем. Так. Я не знаю, в земле он или нет. Или он где-то там был. Фиг его знает, я уже что-то как-то... Ну вот, вот он, отлично, отлично. Так, и убиваем его. Так, вот там у нас еще один, еще вот тут у нас один. Так, иди сюда, вот так вот. Ой, так. Давайте, вот так вот. Чё там вы? Вот сейчас вот так и вот так. Отлично. Чё-то, ух, ни хрена себе, сколько вас там. Так, идем мы домой. Да, давайте сначала все-таки разложим опять все это по сундукам. Так. Так. Тут у нас. И вот так. Отлично. Так, идем и заберем все-таки априконы. Там, я уже думаю, они. Ну, в принципе, да, они уже там пожарились. Но давайте еще пойдем. Не знаю. Ну, не все, конечно, но уже немножко есть. Так, собираем. Вот так вот. И вот это все собираем. Я не знаю, ну, сейчас давайте пойдем посмотрим, есть ли у меня там косточки, чтобы себе муку там сделать. И сейчас мы посмотрим. Вот так. Так, ну есть, в принципе, такое нормальное количество. Давайте, я думаю, все-таки вот так вот. Сейчас на все это сделаем себе априконы. Я не знаю, сколько там получится, но сейчас посмотрим. Желтый я, наверное, не так. Сначала убьем мы покемона босса. Желтый я, наверное, не так буду выращивать, как черный, так как желтых, в принципе, в два раза меньше нужно, чем черных. Да иди ты уже вот сюда. Ух ты ж. Ты что, издеваешься? Вот, капут. Ух ты, это что такое? О, у меня что такого нету, вроде. Ладно. Клык какой-то. Ну, в принципе, да, он нужен там вроде для эволюции каких-то покемонов. Но сначала давайте пойдем соберем вот эти все априконы, да. Вот все. Ну, соберем как бы нет, давайте вырастим их.
Будем мы выращивать вот так. 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 Действительно, черных намного больше нужно, чем желтых. И сейчас мы, в принципе, будем их собирать. Сколько? Давайте, короче, сейчас мы вот так и вот так будем все собирать. Вот так. Не знаю, сколько там будет. Но по идее нормально, я так думаю. Вот так. Сейчас насобираем, если количество такое вот этих априконов, что вот так. Тут уже которые выросли, тоже можно собрать. Вот так. И давайте. Сейчас насобираем. Ну, в принципе, уже нормально. Вот. Вот так, ребята. Давайте, в принципе, еще 10 на желтые соберем. Чтобы сделать уже себе такое нормальное количество приконов. И так, сколько у нас там? Ну, уже 2 стака черных. И стак с чем-то желтых. Фух, так, давайте идем, мы все это поставим на переплавку, ребята. Пускай все это пока что просто вот так пожарится, а переделывать мы их начнем позже. Так. Пойдем мы куда-то. Пойдем, пока они там вот жарятся. Давайте в джунглях, может, будут какие-то боссы. Ладно, сюда. Сюда. В горы. Ну, в принципе, можно в горы пойти. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Шахты. Ну, в принципе, если есть шахты, то давайте спустимся в шахты. Пока там жарятся приконы, можно и в шахты пойти. Воу, нифига себе, какие тут шахты. Так, сейчас. Тут есть гравий. И тут капут. Так. Можно спуститься немножко в шахты. Так, давайте, фиг его знает, давайте вот сюда. Тут у нас так, тут у нас действительно, у меня уже такое чувство, что в каждой шахте я уже, наверное, побывал, не знаю, по сколько раз. Нет, тут нифига нету. Ладно, сейчас как-то мы отсюда выберемся. Вот так, и побежим, наверное, вот туда. Может, найдем что-то? Ух, нифига себе. Был я уже тут или нет, не помню. Так. Если туда идти, то не знаю, как осторожно. Какая-то высота. О, это что такое? Ладно. 14 высота. Сейчас, может, там и алмазы будут. Вот так мы сейчас туда немножко проберемся. Подальше. Вот туда куда-то. Так, гравий, гравий.
фиг его знает, будет там еще какие-то шахты или нет. Думаю, что все-таки не будет. Хотя... Ну, давайте туда еще доберемся, посмотрим. Может, и что-то еще будет. Если нет, возвращаемся домой, собираем априконы. И потом, наверное, пойдем в лес, да, в лес на охоту. Ну, сначала себе сделаем, да, априконы. Ну, какие, покеболы, да. А потом пойдем. Так как нужно, действительно нужно, и в принципе уже кончились, поэтому... Так. Нет, что-то в этой шахте нифига нету. Воу-воу-воу-воу-воу. Давайте вот как-то вот так. Сейчас мы как-то выберемся отсюда. Нифига себе, сколько тут всего, но как бы и ничего. Ладно, идем мы домой, например. О, уже день. Вот там сначала покемон босс у нас. Где он? Опять в шахте. Опять в шахте. Ладно. Сейчас мы как-то прокопаемся. Вот, отлично, вот он. Так. Вот сейчас идем мы домой. Так. Что там еще жарится или нет? Сначала давайте еще пойдем пораскладываем все это в сундуки. Так, тут у нас тут. Так, все, идем мы поскладываем. Не поскладываем, а заберем априконы. И я не знаю, вы, может еще и выросли там немножко. Еще парочку. Посмотрим. Давайте сначала идем мы немножко очистим наш инвентарь. Нет. Хотя... Сейчас. Вот так. Тут что можно? Вот это можно. Ага. Вот так еще. И давайте сейчас. Вот так. Так, и давайте, в принципе, соберем априконы. Сколько там? Нормально так штук. Тут еще есть. И, ребята, наверное, в следующем эпизоде, да, в принципе, сейчас можно начать делать уже по чуть-чуть себе покеболы. И я думаю, когда мы сделаем такое, как нормально так штук, да, то, в принципе, пойдем мы уже на охоту, ребята. Так. Не знаю, нужно ли еще немножко железа или нет. Не знаю. Так, сначала еще вот так возьмем и одну штучку. И пойдем. Ну, сначала сделаем верхние части, чтобы знать, сколько нужно будет вот других. Ох, уже 38 штук, ребята. Давайте, наверное, вот это все сделаем. Вот эти штучки.
И вот так, так. Там у нас покемон босс. Сначала мы пойдем его убьем. Вот он. Ух, сколько. Вот. Где-то вот тут. Там еще один. Сейчас мы до этого доберемся, если он там где-то. Фиг его знает, там он или нет. Я уже почему-то думаю, что или мы его где-то пропустили, или его там даже не было. Ну, если он, конечно, где-то вот там, но где-то... Фиг его знает где. Но туда уже нет смысла идти, поэтому давайте пойдем вот этого убьем, да и все. Если он, конечно, тоже не в земле. Или он уже пропал. Он уже пропал. Ладно. Так, ну давайте действительно вот сделаем эти части ультраболов. И пойдем потом ловить покемонов. Будем, наверное, я думаю, всех ловить. Всех, которых как бы у нас еще нету. Если вот так считать, то я не знаю, сколько приблизительно получится ультраболов, но я думаю, больше чем полста, хотя где-то штук 50, я думаю, будет, или даже не, или может стак наберем, не знаю, посмотрим. Если будет, то отлично, будем ловить, в принципе, всех покемонов и потом прокачивать их, да. Так как еще нормально, хотя не знаю, сколько там покемонов еще. У нас уже тоже так нормально так покемонов уже вторая ячейка пошла вот тех как бы. Ну, молотков у нас нормально так есть. Так, вот сейчас мы вот это все соберем. Соберем. Наверное, в следующей части сделаем себе уже ультраболы. И вот так, отлично. Так, тут у нас просто вот так, и тут у нас. Сейчас я уже думаю так, что желтых не хватит, или все-таки фиг его знает. Нет, ну желтых еще можно 23 штуки сделать. Ох, сейчас, давайте уже вот это тоже сделаем. Уже, в принципе, нормально получится. 50 ультраболов. Все-таки стак сделаем, наверное, я так думаю. Да, сделаем себе стак, ребята. И со стаком ультраболов мы пойдем на покемонов, да, ловить. Будем всех ловить, всех. Я так думаю, кого мы только увидим, покемонов, которых как бы у нас еще не будет, нету, да. И, в принципе, будем потом их прокачивать. Да, ребята, все, в принципе, давайте на этом закончим. В следующем эпизоде мы, наверное, уже себе сделаем ультраболы. И, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.